Городские дороги начали готовить к ямочному ремонту. Сегодня на центральные улицы вышла спецтехника. С помощью дорожной фрезы коммунальщики начали срезать старый асфальт. Эта вот фреза у нас поработала. Дальше, соответственно, все эти ямы выметаются, проливаются эмульсии, везется асфальт горячий, ну и укатывается. Укладывать асфальт планируют на следующей неделе. Ямочный ремонт в этом году сделают на улицах Ватутина, Орджоникидзе, Кольцевой, Береговой, Чекистов, Строителей, Данилова и других. Работы завершат до начала июня. Также со следующей недели начнется подготовка и к крупным дорожным ремонтам. Асфальт будут снимать на Трубников, Школьной, Советской и Зои Космодемьянской. Дорожные ремонты на этих улицах будут идти до конца июня.